Про линейку. Все вместе. Про линейку. Я проснулся среди ночи, и потряслась сети рано. Вокруг 120 мобов, я закричал на вас, сказал, что ты на исходе. Своего все нету, надо кастануться и прорываться к свету. И я побежал, аж пятки сверкали. Бедные мобы меня не догнали. Не зря на мне метрил и сандали. Такого кросса вы не видали. Со спидом 220 я в город влетел. Купил сосок и теку одел. Еще прикупил дагер и разбитал кастов, чтоб отбиваться от всяких пидорастов. Потом вступил в план и пошел бить Антараса. Ведь он тоже из рода драконов. Антараса не убили, зря только посмевались. Ну и забили на рыбалочку, смотались. Лёва блин нету, а Дэн тоже нету. Пойду в магазин и спулю кассеты. Потом левел по нему и буду зверюга. Всех в ПВП. Я качал своего чара. По Круме гуляя, я увидел вдруг ее. По думам тяжелым и нижнее белье. Свадьбу назначили на следующую субботу. Гости к нам приедут на своих животных. А пока я пошел гулять, лазинг в свэмпе, хотел искупаться. Люблю я сауну, а тут из-за дерева здоровые орки. В море смотрят на меня позорные волки. Один достал кассеты, другой достал топор. Ребята, вы чего? Сказал я и отошел. Они мне говорят, гони Атен, дружок. А то сейчас превратишься в порошок. А я им в ответ зарядил хуриганом. И стало меньше одним хулиганом. Второй испугался, но не отступил. Ну и зря, я его тоже слил. Поставив в чате смайлик, я продолжил путь. Обожаю Мираден, вот где можно гульнуть. Любуясь закатом и этой натурой, так я и заснул с клавиатурой. Здравствуйте, это Вера Васильевна 300-нулку. Мой внучок играет в эту дурость уже полгода. Он не кушает и очень похудел. А когда он видит незнакомых людей, он пытается их заспорить, что ли. Подскажите, как его вылечить, пожалуйста? И я не знаю, что делать. К психиатру мы уже обращались, но он его слил в ПК. А сейчас он собирает в дом каких-то шишек и палочек и говорит, что это материалы на какой-то период. Вылечите моего внука, пожалуйста. С уважением, Вера Васильевна 300-нулку. Я качал своего чара. Я качал своего чара. Да. Я качал.